מאמי. מה? יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. טוב, תתחיל מהטובה. אמא שלי מגיעה לנו לשבת. ייי! והרעה? חמותך מגיעה לנו לשבת. מה? Смешной ролик, но надо подметить несколько вещей. Первое. На иврите слово «новость», «новость», которую мы сообщаем, как правило, мы говорим словом «бесора», «бесора», женский род, множественное число «бесорот». Кстати, от глагола «сообщить» или даже «известить» «левасер» с предлогом «аль», о чем-то «левасер», «аль». Поэтому слово «хадашот» — это новости, как правило, информационные. У него есть единственное число, но оно не используется в иврите. Поэтому мы можем сказать «хадашот раот» как «плохие новости», но именно когда мы хотим сказать «плохая», «хорошая», как в анекдоте «у меня есть плохая», «у меня есть хорошая новость», мы говорим «ешли бесора това», «ве бесора раа». Дальше. Слово «хамот» переводится как «свекровь», то есть «мать жениха». Но когда мы хотим сказать «твоя свекровь», то мы используем уже окончание «эх» женского рода, потому что он обращается к жене, то есть «хамот шелах», «хамотех», «хамотех». Кстати, в свою очередь, свекра на иврите будет просто словом «хам», 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 «хамот», «свекрь», «свекровь». На этом все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также делитесь этим роликом с тем, кому он также будет полезен. Всего доброго!